Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В моем доме раннее-раннее утро, малыш спит свой второй уже, кстати, сон, потому что сегодня проснулся в 6 часов утра, и я тем временем быстро записываю для вас видеоролик, потому что когда он бодрствует, записать уже в принципе невозможно, потому что мой малыш требует все внимание к себе. Значит, сегодня у нас классная тема, которую на самом деле я откладывала долгое количество времени, не знаю почему, как-то мне казалось, что это вроде то ли неинтересно, то ли как-то не о чем говорить, но на самом деле оказалось, что интерес большой и говорить действительно есть о чем. Вы в своих комментариях мне писали по поводу одежды для малыша. И вот как раз таки сегодня я записываю видеоролик на тему «Осенний гардероб моего малютки». И буду рассказывать и показывать те вещички, которые я купила ему как раз таки на осеннее время. Ну или по крайней мере на раннюю такую более теплую осень. Некоторые вещички у нас еще остались из моих покупок прошлой весной. А некоторые, конечно же, новинки, которые я приобрела, опираясь на свой уже опыт моего недолгого материнства, но тем не менее я уже знаю, что нам удобно, что нам неудобно. Я поняла, какие вещи я хочу видеть в гардеробе своего малыша. Вы мне, кстати, писали по поводу размеров малыша. Кто-то из вас еще планирует рожать и не успел разобраться с размерами, кто-то уже родил, но все равно есть вопросы. Расскажу, как выбирала размеры я и какие из размеров на более долгий срок задерживались в нашем активном гардеробе. Так вот, мой малыш родился 56 сантиметров, он был очень длинный. До сих пор он очень длинный, в свои 4,5 месяца он уже 68 сантиметров. Поэтому я ему, покупая одежду, всегда брала размер вперед. Меньше всего мы пользовались ньюборном практически. Наверное, пару вещичек у меня было размера ньюборн и 56. То есть эти вещи буквально через полтора месяца отправились уже в ящики для второго малыша в будущем. И я поняла, что эти вещи мы носим очень-очень-очень мало. Больше и дольше всего он носил размер 62-68. И, кстати, некоторые вещи 62 размера он до сих пор носит. Как, например, вот такие вот штанишки. И вот таких вот именно пар штанишек с высоким поясом и с манжетиками внизу у меня несколько пар. То есть это 62 размер. Здесь достаточно высокая вот эта часть животика и, в общем-то, куда помещается попка малыша. И ножки также позволяют, на самом деле, одевать эти вещи достаточно долго. Здесь нужно, главное, учитывать, что штаны нужно покупать без ножек. В этом случае пользоваться носочками. И носочками, причем, пользоваться не короткими, потому что короткие он, конечно же, своих ножек сбивает, если активный малыш особенно. Но я пользуюсь гольфиками. То есть я одеваю их прям по коленочке. Наверх одеваю такие штанишки, у меня есть более теплые, как раз таки на осень, более тоненькие на летнее еще время или бабье лето, вот, и таким вот образом гольфики плюс бодик и плюс такие штанишки даже 62 размера прослужат нам очень-очень долго, и мы можем их носить. Если говорить про бодики, которые как раз таки с такими штанишками я ношу, и мне очень полюбился магазин Lindex, вот такой вот бодик с таким прекрасным, красивым лесным принтом или даже осенним принтом вот таких вот листочков. Это первый. И второй бодик вот такого синего цвета, распашонка, которую можно закрывать на кнопочки. Кстати, по своему фасону и по материалу, сейчас попробую ближе показать, сильно он похож на H&M. В H&M также есть приблизительно такого сине-голубого цвета вот такие вот распашоночки. Но что я заметила и какая разница? Во-первых, в силу того, что мой малыш длинный, но не толстенький, он достаточно такой ладный, то, как правило, если покупать ему 74 или даже 68 размер, то вещи ему очень-очень широкие, он в них прям плавает. И что я заметила, именно в магазине Lindex есть вещи, которые достаточно длинные, но они очень-очень тоненькие, то есть они на стройненького, худенького ребенка. Поэтому вот именно эти вещи нам подходят с точки зрения размера. И что
в этих бодиках еще замечательно и примечательно, так то, что у них есть такая вещь, как extended size, либо удлиненный размер. Здесь вы видите, есть два ряда как раз-таки этих кнопочек, и ты можешь по мере роста малыша адаптировать этот бодик и его уже застегивать так, как нужно, либо повыше, либо пониже. И таким образом малыш может эту вещь носить намного-намного дольше. Плюс ко всему, этот extended size также и относится к рукавам. Вот здесь видно, фокусируйся, здесь видно, что у нас есть еще доля рукава, которая вот таким вот образом отгинается, и бодик становится намного-намного длиннее, его можно носить дольше. Плюс ко всему, именно в этом магазине Lindex у них очень хорошее качество самой ткани. И также мои подружки из Риги мне рассказывали о том, что именно из этого магазина, ни H&M, ни Reserved, даже не Zara, а вот именно из этого магазина вещи в очень хорошем состоянии и качестве переходят второму малышу. И как раз таки вот именно по этой причине я потихонечку закупаю вот именно эти бодики в магазине Lindex. Не знаю, если он в России, я его не находила, есть у них сайт. На сайте можно заказывать, но в принципе, если вы будете также в России покупать малышу одежду, то обращайте внимание как раз таки на эти вещи. То есть это ширина бодика и это возможность extended size, то есть удлиненного размера для более долгого употребления вот этих именно вещей в гардеробе малыша. Также я сильно-сильно полюбила кардиганы, и поэтому на осень у нас еще с весны остался вот такой вот замечательный кардиган, который вязала мне моя мама. Изначально это было пальто для малыша, сейчас, так как он уже подрос, это превратилось в кардиган. И теперь малыш может его носить вот как раз-таки в такое бабье лето в качестве кардигана. Если погода похолоднее, то у нас есть вот такое вот пальто. Пальто, оно такое шерстяное, напоминает мне валенок с капюшоном, и вот оно вот такое вот длинное, ему прям аж по колено. Также рукава в этом пальто очень-очень длинные, что неоспоримо. Плюс я на самом деле до сих пор, одевая это пальтишко, я эти рукава подворачиваю, потому что они достаточно длинные для моего малыша. И также я заметила по погоде Петербурга, что мне крайне важно, чтобы был капюшон. Это прям вот must have, потому что у нас тут ветрено, и в такую погоду обязательно нужно дополнительно утеплять малыша, несмотря на то, что мы также носим вот шапочки. Эти шапочки я покупала в Next. Они также мне очень нравятся, потому что и эти шапочки можно немножечко-немножечко распускать или стягивать поменьше, если головушка малыша маленькая. Так что эти шапочки также нам пригодятся на протяжении еще какого-то времени. Если говорить про шапки, то у меня есть вот такая вот тепленькая шапочка. Она очень-очень мягкая, тут какой-то кашемирчик, по-моему, присутствует. И эту шапочку мне дарила моя подружка еще на рождение малыша. Сейчас, наконец-то, наступило время, когда мы сможем одеть вот такую вот красивую осеннюю, уже почти что зимнюю шапочку в более холодное время. А также из безумно красивых, но на самом деле жутко непрактичных вещей, это у нас есть вот такой вот красивый-красивый свитерок, который также нам связала бабушка. Я рукава также подвернула, потому что они у нас на прозапас. И вот такой вот безумно красивый, сейчас, голубенький свитерок мы с малышом носим. Здесь у него есть узорчик сердечек, спереди у нас есть кнопочки. И также я маму просила, чтобы она вязала мне свитерочки с очень глубоким вырезом в районе шейки. Почему? Потому что первые кофточки, которые она мне вязала, они были с воротничком. Когда малыш ерзает, когда у него слюни, когда он активный, вот эти все воротники — это вообще никуда. Поэтому, девчонки, когда вы также покупаете свитерочки, кардиганы и любые изделия наверх, смотрите, чтобы минимум деталей было в районе шеи. Шейку вы сможете прикрыть обязательно вот таким вот слюнявчиком. И это все спасет, во-первых, вашу одежку, а во-вторых, малыш сможет играть также с этим слюнявчиком, его обсасывать, если лезут зубы, и все слюни, все срыгивание, все, что, в общем-то, изо рта малыша валится, оно, в общем-то, останется на слюнявчике, и вы сможете спасти вашу вещичку. Также слюнявчиков у меня на самом деле много, я заказала в том же самом Next еще несколько слюнявчиков, этот слюнявчик Baby Bear, они идут в комплекте по 3 штуки, и, в общем, я заметила по этим слюнявчикам, что они
очень-очень удобная. Во-первых, застежка у них не сзади, а сбоку. Это означает, что когда тебе нужно застегнуть или расстегнуть, ты не будешь мучиться искать ее там где-то за спиной у малыша. Это первое. Второе, этот слюнявчик не задирается. Как бы я не любила свою компанию муслинов Aiden и Anai, но все-таки те слюнявчики, которые я приобрела из этой компании, они вот вообще нам не зашли никак, потому что они идут треугольничком, и как-то ты их застегиваешь, они у малыша где-то вот здесь вот на рту и остаются. Эти, в свою очередь, они прекрасно прилегают и не поднимаются вообще. Таким образом, они действительно выполняют свою главную функцию и ловят все слюни, все срыгивание, которое может попасть на грудку малыша. Плюс ко всему, абсорбируют жидкость они очень и очень хорошо. Здесь со второй стороны есть вот такое вот также прослоечка дополнительная, двойная. И, в общем, этими слюнявчиками я очень-очень довольна. Так что они также активно юзаются у нас в гардеробе, вот как раз-таки в нашем осеннем. Дальше, давайте будем говорить про одежку, которая у нас основная одежда. Я по своему малышу, супер активному малышу, поняла одну вещь. Когда ты поднимаешь малыша, свитерочек, не знаю, кофточка, она задирается просто до ушей, спинка малыша голенькая, и, в общем, ты все время воюешь с этой одеждой, и пытаешься ее как-то вернуть на место и как-то ее удержать, собственно, на этом месте. Поэтому я поняла, что мое все – это комбинезоны. Поэтому закупила я огромное количество вот именно вот таких вот комбинезончиков разных-разных материалов. Этот конкретный с принтом разных зверей из джунглей, он у нас такого качества типа толстовки. Утепленный, потому что изнутри вот здесь вот такая мягенькая, приятненькая у него, в общем-то, изнаночка. Конечно же, плюс в том, что расстегивается все это снизу. Памперс очень легко можно поменять. И также этот комбинезончик не имеет носочков, ножек, поэтому под низ я одеваю гольфики. Если малышу очень тепло, то эти гольфики вовсе снимаю, позволяя ножкам подышать. Очень практичный. Также сейчас и дома мы используем. В нем он ползает. Мне на самом деле не жалко абсолютно, если он его там слюнявит, если он там по полу ерзает и его как-то протирает. Как раз-таки вот это качество, оно для ежедневного использования самое-самое то. Если говорить про более такое, ну, не знаю, более качественный, что ли, хороший вариант, который не сильно хочется затирать и как-то... Так, камера, давай фокусируйся. Не сильно хочется затирать по полу, то это более теплые и более нарядные комбинезоны. Что у нас здесь? Здесь у нас вот такого вот тоненького, хорошего трикотажа и прекрасного качества вот такой вот комбинезон. Также приобретенный в Next. На самом деле, не знаю, есть ли вот такие вот комбинезоны в магазинах, я заказывала на сайте. В магазинах ни в Риге, ни в Санкт-Петербурге я их не находила. Также второй вариант. Вот у нас вот такой вот. У него такая красивая изнаночная вязка. Два карманчика для хранения сосочки или других важных вещичек малыша. И вот такой вот комбинезончик у нас прекрасный, красивый, желтенький. К нему, кстати, также слюнявчики вот в комплекте, где медведи. Там, собственно, есть один рыженький, один, по-моему, серенький и один вот такой вот кремово-беленький. Поэтому на все случаи жизни он у нас подойдет. Также у нас из крупной вязки имеется вот такой вот комбинезончик. Здесь у него спереди закрываются на кнопочки. И вот так вот эта красота выглядит. Так, сейчас приближу, чтобы увидели качество. Кстати, на сайте Next появился как новинка такой же, только темно-синего цвета. Очень красивый, поэтому подумываю, не купить ли мне второй такой. И если говорить про вещи, которые я просто обожаю и которые я на самом деле купила в двух экземплярах, то это вот такой вот комбинезон с динозавриками. Это лучший комбез, который вот именно из всех тех, которые я приобрела. Смотрите, значит, во-первых, безумно красивый, классный цвет серый с принтом динозавриков. И вот оно качество. Качество такой гладкой-гладкой вязки.
И сам комбезик, он такой мягкий, он такой приятный и такой тепленький, что просто, когда я одеваю вот эту штуку на малыша, кайфую не только я, но я вижу, насколько ему в нем комфортно, приятно и замечательно. И как раз-таки вот этот комбинезон я заказала в 2 экземплярах. Более маленький малыш мой носит сейчас. И вот этот побольше размер мы заказали на зимний период. Кстати, если говорить про то, как одевать эти вещички. Несмотря на то, что мой малыш уже подрос, и он на самом деле не психует больше, когда я одеваю вещи через голову, часто я одеваю через попу, просто потому что это иногда даже удобней. Здесь раскрытие, кстати, позволяет вещи пройти через попу и памперс, и очень удобно вдеть также ручки вот в районе плечиков. Так что мотайте на ус и знайте, что эти вещи также можно одеть через попу, если ваш малыш переживает, психует и, в общем-то, не желает одевать вещи через голову. Что у нас из верхней одежды? Из верхней одежды на самом деле я еще сильно не закупалась. У меня есть всего 2, наверное, вещички, которые я купила. Это первая вот такая вот безрукавка, опять же, с капюшоном. Капюшон, как я уже сказала, в нашем гардеробе это must have, потому что у нас тут холодно. Эту безрукавку я покупала в H&M, и в том же самом Next я заказала на такую, ну скажем так, среднюю осень, вот такой вот дутик-комбинезончик. Значит, он у нас с ножками, он у нас закрывается. Также имеются рукавички здесь вот для того, чтобы не мерзли наши ручки. И также имеется капюшончик. Ну, ничего особенного на самом деле с точки зрения там дизайна, качества, цвета и так далее. Просто темно-синий такой вот комбинезончик. Внутри хлопковая подкладочка. И, в общем, на, думаю, первое время вот такой вот не очень холодной средней осени именно вот такой вот комбинезончик нам в коляску как раз-таки подойдет. На сегодня это весь мой гардеробчик, вся красота, которую я купила малышу. Пишите мне в комментариях, какие ваши самые любимые предметы гардероба малыша как раз-таки в раннюю осень. Что вы выбираете, какие магазины вы выбираете. Может быть, также и я что-то смогу подобрать и посмотреть. И может быть, есть какие-то вот такие вот важные моменты, как, например, с вещичками удлиненного размера, которые вы заметили для себя и для своих малышей. И готовы также поделиться для того, чтобы опыт ваш переняли и другие мамочки. Малыш мой уже, как обычно, просыпается, потому что записываю видеоролик ровно 24 минуты, а он спал ровно полчаса. Пойду уже его поднимать. Иди сюда, котеночек. Ай, смотрите, кто у нас тут. Проснулся мой любимый крошек, господи. Так, мешочек я не стала его снимать, да, котенок? Привет. Привет, мой красотусик. Нюсь, говори всем привет. Привет. Ку-ку, 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 ты моя сладкая улыбочка. Ай, вот так вот котенок мой проснулся. Кстати, наверное, заметили, вот, покажу быстренько наш мешочек, в котором мы спим, и пижамка, да? Но об этом на самом деле буду рассказывать в своем отдельном видеоролике, в котором буду говорить о том, как я отучила своего малыша от пеленания. Кстати, тема очень-очень важная, особенно для тех мамочек, малыши которых вот-вот начнут переворачиваться. Да, котенок? Мы потом расскажем об этом. Ну все, мы пошли собираться. Сегодня также мы поедем гулять с малышом в парк, потому что погода прекрасная. Следующая неделя также в Санкт-Петербурге обещает быть теплой. Мы наслаждаемся бабьим летом и последними, наверное, нашими вылазками, такими длительными, и нашим гулянием в парке. Да, котенок, ты мне сегодня улыбнешься еще? Сегодня улыбнешься еще? Бублик мой сладкий. На сегодня все. Прощаюсь с вами. Желаю вам доброго дня. И увидимся в нашем следующем видеоролике. Да? Пока. Кукутик. Пойдем. Пойдем. Тириш. Тириш, тириш. Тириш, тириш. Кстати, как вы заметили, мой малыш стал немного более ручным. Он как бы не сильно-то рад тому, что мама его таскает по рукам и не сильно этому улыбается, да, котенок? Но, по крайней мере, он больше не орет. Тириш, да? Котють, ну все, пока.